Друзья, всем привет! Ростислав Скидан, вертикальные новости на своем ТВ, только что с Комсомольского пруда, там плавал, а ну ж озеро. Ну, короче говоря, лето наступило, и всем отдыхать. Но прежде посмотреть наши вертикальные новости. Погнали! И вы все еще реально хотите на море? Вот прям несмотря ни на что? Ну окей, смотрите, как сейчас хорошо в Сочи, вот в этом великом. Я думаю, вы правильные выводы сделали, поэтому поезжайте-ка лучше в Железноводск. Там погода хорошая и загорать можно вообще где вздумается, особенно на тридцатке. Вот пример. Отдыхающий устроился прямо на лестнице, ведущей в курортный парк. Да, и так тоже можно было. В Ессентуках тоже весело, музыка «Кавказ» и «Блеск» военной меди. И интересный выбор музыки для исполнения. Так, по городам кавказских минеральных вод прокатился музыкальный фестиваль военных оркестров. В Кисловодске в тот же день военный оркестр выступил у известной всем колоннады. А это в Пятигорск. И там, как вы поняли, тоже выступил военный оркестр. Выбор музыки оказался максимально оригинальным. Но я думаю, у всех в воспоминаниях еще свежа пыльная буря, которая на выходных, думается, застыла в экранах телефонов каждого ставропольца и жителя близлежащих районов. Но в Нефтекумском округе до сих пор погодка не очень. На видео от ГИБДД состояние проезжей части на 102-м километре автодороги Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск минеральные воды. Сколько много СК. Снято, кстати, вечером в воскресенье. Буквально вчера. И приближаясь к завершению наших вертикальных новостей, настраиваемся на милую волну, ведь доказано, что лучший коврик для мышки – кошка. Это, друзья, вы угадали, ежедневная милота. На этом у меня все, друзья. Всем позитивной рабочей недели. Ростислав Скидан, свое ТВ. Не забудьте подписаться везде, где только можете, на нас. До скорых встреч!